Привет. Я сейчас показываю магнолию. Она цветет. Сейчас я посчитаю цветки. Не очень видно, хоть я и фонарик включила. Как мне посоветовал кто-то, я уже не помню кто. Эти цветы завернулись. Раз, два, три, четыре, пять. Наверху этот, раскрытые. Где-то 5-6 с этой стороны видно. И я поворачиваю вот на этот дом. Сейчас к ним поближе подойду, потому что я дорогу перешла из-за магнолии, что сейчас декабрь, начало декабря, и магнолия цветет. Уже второй день так немножко холодновато. То 1 декабря жара была страшная. Хай! А этот, сегодня прямо холодно очень. И тучки на небе, как я люблю. Утром был дождик. Но я не пошла гулять, потому что у меня же тапочки только остались. Еще с Тахо. Я и все в тапочках и хожу, в единственных. Вот показываю вот этот дом. Там в окне, значит, елка горит. Красиво так. И проектор на стену проектирует, в общем, оленя, Дед Мороза, подарок. Еще подарок, еще Дед Мороз. Вот так. И вот здесь вот горят огни всякие. Я сейчас проходила мимо нашей соседки, дизайнера, а у нее эти надувные животные там сдулись и не горят эти огни. Огни не горят у нее. Так красиво она в этот раз украсила. В прошлом году, по-моему, вообще у нее ничего не было. А мы в прошлом году хотели украсить. Что-то там у нас повесили лампочки. Мы накупили всего много, но ничего не повесили, поленились. Потом это у нас все упало, потому что мы не нашли такие штыри в Home Depot с крюками, чтобы подвесить вот такие вот лампочки. Но у нас не такие, у нас тушь какие-то. И они у нас отвалились потом из-за этой липкой ленты. Через день мы их убрали, и так и особо не наряжено было. Ну, была, конечно, елка дома, там на перила сделали. Ветки какие-то, что ли. Ну, синтетическое все. Я как-нибудь покажу. Вот кроме этого дома нечего больше показать сегодня. Ну, я еще засниму, если будет. Пока.